И да, вот я забыла, я шла как бы по памяти покупать. Но, в принципе, конечно, ходить надо вот с такой вот маленькой, аккуратненькой книжечкой, удобной, которую можно купить во ФНАКе. А, видите, группы крови. Это на каждую группу крови вот такая книжечка с табличкой. Ну, я это уже показывала. Просто я как бы наизусть помню и радостно все это нарушаю. То есть я делаю все с точностью да наоборот. И поэтому я надеюсь, что если я все-таки возьму себя в руки, то эффект будет положительный. Вот. Ну, еще я сюда заглядываю. Еще я забыла сказать, что есть же еще дозировки. Ну, вот дозировка, она, в принципе, нужно, чтобы протеина животного было столько грамм, именно чистого протеина, сколько вы хотите желаемый вес. Но это отдельный разговор. Это у меня была консультация с вот этой вот диетологом прошлым летом. Ну вот, так что все, лето наступило, у нас солнышко светит, и навстречу лету хочется начать двигаться и приходить в форму. Ну вот, спасибо за внимание.